Кассерол, а иначе запеканка, это традиционное американское блюдо. С начинкой для запеканки можно смело экспериментировать, но я очень рекомендую попробовать кассерол именно с брокколи. Легко и полезно. Очень важно в приготовлении кассерол не переготовить брокколи, поэтому следите за временем. Сыр для этого блюда можно выбрать любой по вашему вкусу, желательно, чтобы это были два разных сорта. А подробнее, как приготовить кассерол, я расскажу в пошаговом рецепте. Брокколи 300 грамм, яйца куриные 2 штуки, молоко 350 мл, сливочное масло 3 столовые ложки, мука пшеничная 3 столовые ложки, сыр твердый 20 грамм, тертый, сыр с голубой плесенью 60 грамм, тимьян 1 чайная ложка, соль по вкусу, перец молотый по вкусу, мускатный орех по вкусу, количество порций 2, подготовьте все необходимые ингредиенты. Духовку разогрейте до 165 градусов. Брокколи разберите на соцветия и отварите в кипящей воде 2 минуты. Воду слейте, а брокколи как следует просушите. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и размешайте. Постепенно влейте теплое молоко, непрерывно помешивая, варите до загустения. Затем добавьте тертый мускатный орех. Дайте соусу остыть 1 минуту и вмешайте тертый твердый сыр. Яйца слегка взбейте и введите в соус, непрерывно помешивая. Поперчите и, если необходимо, добавьте немного соли. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите в нее брокколи и добавьте часть сыра с голубой плесенью. Брокколи залейте молочно-яичной смесью. Сверху добавьте оставшийся сыр. Запекайте в разогретой до 165 градусов духовке около 40 минут или пока кассерол не приобретет золотистый цвет. Подавать это блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!